И всем ряд, дорогие друзья, с вами я, Xenomorph2023, и сегодня, как вы поняли по названию видео, сегодня я вам покажу, чего я задобился за год игры. Да, моему этому аккаунту уже целый год, я начал играть с 2022 года, когда MSM был популярный. Давайте посмотрим, чего я вообще добился. Начнем мы, конечно, с острова растений. Ну, на острове растений у меня вот такие монстры. Есть и обычные, и эпические. То есть очень много монстров, как вы видите. Есть все скелетыквы. Есть все три вида ужасов и активированы все три карабаса. Ну, примерно вот так все. Вот есть все словуны. То есть вот такой остров у меня здесь. Отправляемся теперь давайте на остров холода. Остров холода, как вы видите, я немного начинаю его развивать. Да, он у меня был не особо так развит. Теперь у меня, вот смотрите, вот сколько всего монстров. Здесь пока стоит один тавкер, потому что коплю реликвии на Парлсону. Ой, не Парлсону, а Макпи. Вот так у меня тут все. Все дипстеры есть. Йоли пока только редкий. Обычного, может быть, скоро выведу. Ну и здесь у меня ничего такого интересного. Карабасы тоже уже у меня накопляются потихонечку. Ну, вот так вот. Вот с островом воздуха будет немного поинтересней. Остров воздуха у меня практически на него все забито. Посмотрите, я даже ничего не убрал здесь. То есть, как на нем оставились препятствия, так и остались. Я вообще их не убирал. Хотя это могу сделать налегке. У меня также есть здесь много монстры, есть рифы, хула есть и подцельщик, вот он. В гостинице, кстати, есть редкий подцельщик, я не шучу, сейчас я вам даже его покажу. Вот он, редкий подцельщик, тоже есть у меня. Давайте зайдем на остров воды. Да, кстати, я буду заходить не на все острова. Ну, на острове воды у меня то же самое, немного не особо развитый здесь. Здесь его надо развивать весь. То есть вот такие у меня монстры. Вот есть пузайцы, обычный эпический. Скоро надо будет редкого выводить. Но когда на него будет, там он вне сезона, типа того. Вот тут у нас ракотакты, ну то есть всякая фигня. Давайте перейдем на остров земли, это уже поинтереснее будет. Остров Земли у меня был разведен второй. Вот такие у меня острова на острове Земли. То есть вот так вот. Вот здесь все тоже. Все вот это есть. Есть даже сам Гихихе. И активированы все три карабаса. Огненное убежище. С ним такая же история. Практически ничего такого нету. Есть кулды колбасы, редкий и обычный. Ну, короче, здесь ничего интересного такого. То есть все тоже засрато немного. Все делать надо убирать, так далее и тому подобное. Вот уже переходим на огненный оазис. И у меня вот здесь также. Уже все практически развито, как вы видите. Здесь уже вся песня есть. Есть спурит, есть эпик чехарда. То есть много здесь интересного. Есть эпик ловатёка. То есть прикольно здесь. Все я развил так. Нормально так. Давайте из магических островов я могу вам показать только остров Кости. Это максимум, что я могу показать. Потому что остальные острова также немного засраты, обосраты. Ну, вот такой у меня остров Кости. Можно вот сюда посмотреть. Тут у меня есть редкий фанглер. Также есть вот эта штучка. Не помню ее название. То есть много здесь монстров есть интересного. Нормально так. На острове Сагабуша. Ну, могу зайти, показать, что у меня. Здесь у меня ничего особо такого нет, потому что я здесь ничего не развиваю. Можно зайти на сезонную хижину.
Вот здесь у меня тоже потихоньку полная песня собирается. Не хватает только двух монстров. По-моему, двух. Может, даже побольше. Трех. По-моему, двух. Точно не помню. Ну, вот такая у меня дивизия здесь. Остров Эфира у меня тоже здесь прокачивается. То есть, вот у меня тут ферма. Песня собирается. Ну, то есть, прикольно. Приносит этот мне остров 9000 кристаллов. Это мне нормально хватает. Остров мифов. Вышедший недавно остров вообще. Самый младший среди всех островов. Вот так он мне выглядит. Пока я сюда не отослал никаких двух мификов. То есть тут все остаются только те мифики. Остаются тут сюда выслать только двух мификов. Но я это сделал когда-нибудь попозже. Не сейчас. Остров магии. Ой, святилище магии. Тоже у меня вот все тут развито. То есть вот сезонник есть. То все у меня здесь есть. Прикольно так. У меня здесь, кстати, вся коллекция. Можете сами посмотреть. У меня все монстры есть. Ну и последний остров, наверное. Нет, предпоследний остров Бублинов. Вот так он у меня выглядит. Сейчас я все быстро тут соберу. Вот они мне только вот изредка приносят что-нибудь. Сейчас мне остается активировать здесь вот это, например, вот этого Вублина. Это у нас, по-моему, Повек. Потому что я у старого нечаянно сделал начинать типа собирать в редкого. Ну и вот здесь вот этого мне еще надо собрать. Успею там все сделать. Так, остров племен. Наверное, показывать не буду. Там вообще у меня не племя, фигня. Это не мое племя, кстати. Вот. Вот это, например, остров, как он там, Колизей песни. Вот в данный момент он выглядит вот так. То есть самый сильный здесь это у нас Ракич. Больше особо ничего нету. Что у меня здесь еще? Ну, могу остров золота показать. Остров золота. Вот так он у нас выглядит. Могу сейчас до главного добавить. Мини-пополнение коллекции. Вот главного добавил. У нас тут много чего интересного есть. Включенный Карабас есть. Редкого, может быть, скоро соберу. Наверное, не точно. Ну, то есть, вот так остров золота состоит. Ну и последний остров, который я вам могу показать. Это остров Янтаря. Вот так он выглядит. Здесь мне надо быстренько собрать. Вот так он выглядит. Не особо здесь что-то интересное есть. Много пятиэлементных. Так далее и тому подобное. Ну, на этом я могу уже заканчивать ролик. Ролик получился особо маленьким. Вот что я добился за год игры. Вот так вот. Буду сейчас скоро делать превьюшечку. Я знаю, как ее сделаю. Будет прикольно, она выглядит. Сделаю сейчас превьюшечку и буду вам сейчас выкладывать этот ролик. Всем спасибо за просмотр.